посмотрите, сколько мурашки. Возьмите объектив. Ребята, мурашки выдувают. В этом году будет очень много. Я прошел свои полянки, на которых несколько лет не было мурашки. Сейчас они все заполнены, но еще зеленые. Через 2 недели можно смело идти. Так, прошел я, ввел второй компонент вакцины. Блин, вообще никаких побочек. Даже температура не поднялась, как от первой фазы. Первый, когда компонент ввел, у меня вечером в этот день была температура, немножко знобило, и все. Больше никаких. Единственное, вот после второй фазы, после второго компонента, немножко побаливала рука. И то, я просто ее намочил. Утром помылся, ее настало брить, но поболела где-то полдня. Все, никаких вообще последствий. Все замечательно себя чувствую. Вот, лесу гуляю, на спереди катаюсь. Все отлично. Что не знаю, делать вакцину или не делать, это дело каждого. Но я сделал, как ты, не жалею. Последствия, конечно, может быть. Дальние последствия будут, не знаю. Да вот. Вон там мои поля морожковые. Через 2 недели я приду сюда. Ну, может, я на следующей неделе схожу. Спелую собрать, если она поспеет, конечно, сомневаюсь, конечно. Единственное, есть люди, которые зачем-то собирают незрелые. Вот они могут прийти и пособирать морожку. Ну вот, еще не сделаю. Уже интересуется, поспела, не поспела. Не поспела. Нашел два гриба. Ну, рано еще грибам. Именно там, где я собираю, они... Вот когда хожу за морожкой, как раз конец августа, конец июля, и собираю уже грибы. Ну, грибы так, на суп. Сейчас я схожу, конечно, тут пару мест грибных. Может, на суп что-нибудь там собираю, потому что ходил по болотам чисто морожку искать, смотреть, запоминать места. Сейчас еще одно место схожу, там один раз на том болоте, которое я иду, собрал за 2 раза 30 литров морожки. Вот такие дела. Кстати, насчет иван-чая. Иван-чай можно собирать будет уже на следующей неделе. Он успевает уже. Но некоторые собирают еще, когда он начинает только цвести. Поэтому я люблю иногда полностью цветочки.